Сейчас, конечно, у нее уже ноги стали намного-намного подвижными. После первой операции состояние Амели Шагиевой сразу улучшилось. Если раньше малышка все время проводила только в лежачем состоянии, сейчас она с помощью специального оборудования может вставать. За ребенком постоянно ухаживают родители. Амели наконец-то перестала испытывать боль. Ее ноги теперь не болят, то есть кости стоят в правильном положении. У девочки редкое генетическое заболевание. По словам мамы, это единственный ребенок в России с дефицитом D-бифункционального белка. По словам специалистов, дети с таким диагнозом живут максимум 2 года. Амелия пару дней назад исполнилось 7. Операцию за 4,5 миллиона девочки сделали летом прошлого года в Варшавской клинике. Пришлось полностью поменять строение таза. Для этого врачи сначала сломали тазобедренные суставы, затем вставили титановые пластины. Она у нас в наркоз и заходила с улыбкой, и вышла. Прямо это было первое. Она открывает глаза и начинает улыбаться. Это было самое счастливое, то, что можно было увидеть. У нее вот на ногах, получается, металлическая распорка была, чтобы она не могла ноги собрать. Вот, а к моему приезду там уже, я вот приехал, и ей вот разрешили и сняли. И было как-то комфортно очень даже вот ее на руки взять, поднять. Было очень радостно ощутить вот это все. Но с титановыми пластинами Амелии долго оставаться нельзя. Ее кости активно растут и смещают их. В октябре девочку ждет вторая операция по их удалению. Для нее и последующей реабилитации требуется 2,5 миллиона рублей. Такая сумма для семьи неподъемна. Работает только отец, а все сбережения потрачены уже на первую операцию. Мы уже обращались за помощью к неравнодушным жителям. И нам помогли собрать тогда деньги на операцию. Сейчас, конечно, мы снова обращаемся в надежде, то, что люди не пройдут мимо, помогут нам. Мы, конечно, уже хотели закончить этот этап с восстановлением бедер. Дефицит D-бифункционального белка – это редкое генетическое заболевание. Как известно, в мире нет лекарства от этой болезни. Можно помочь снять симптомы. И в этом Шагиевы надеются на нашу помощь. Реквизиты для перевода средств указаны на экране. Поможем вместе. Сирина Сахапова, Роман Фенин, ТНВ, Казань.